Наталья Седых прославилась в один день после выхода на экраны знаменитой картины Александра Роу «Морозко». Будучи 15-летней девушкой, она сыграла в фильме «Сказки» полюбившуюся миллионам телезрителей кроткую и тихую Настеньку. Ангельская внешность красавицы сводила с ума миллионы поклонников, а гениальный режиссер умолял гримеров накрасить красавицу таким образом, чтобы она хотя бы на 16 лет выглядела. Балерина и актриса Наталья Седых по сей день у многих ассоциируется с Настенькой из «Морозко». А ведь с момента выхода картины прошло 55 лет. Да и за плечами исполнительницы главной роли не только успех в известных фильмах. Бывшая прима-балерина Большого театра блистала на мировых сценах, исполняя ведущие партии. Сейчас ей 71 год, и она по-прежнему восхитительна. В чем и смогли убедиться Андрей Малахов и гости программы «Привет, Андрей». Когда Седых появилась в студии, зрители и гости ахнули: «Вот так Настенька из «Морозко». Дело в том, что артистка повторила свой знаменитый образ из сказки. Она появилась на публике под руку с телеведущей Яной Кошкиной. Наталья была облачена в русский сарафан и красный платок, точь-в-точь такой, как носила Настенька. Наряд подчеркнул стройную фигуру Седых. Обалдеть, не смог сдержаться Николай Басков. И тут же бросился целовать актрисе руки. «Что вы едите? Что вы пьете?» Не унимался Николай. «Как вы потрясающе выглядите! Ну вообще, просто! Давайте поаплодируем любимой актрисе! Вообще просто шок!» – причитал исполнитель хита «Натуральный блондин». С золотым голосом России согласились Филипп Киркоров и другие знаменитости, которые, как оказалось, обожают знаменитую картину и тоже стали расспрашивать Наталью Евгеньевну, как ей удалось сохранить красоту. Но артистка свой секрет раскрывать не стала. Напомним, Наталья Седых в свое время вышла замуж за композитора Виктора Лебедева. Того самого, который написал музыку к фильмам «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Герды Марины», «Вперед!», оперу «Волшебник изумрудного города» и многие другие произведения. Она прожила с ним 10 лет и подарила сына Алексея. По некоторым данным, брак распался, так как после свадьбы пара все время жила в разных городах. Наталья Седых в Москве, а Виктор Лебедев в Ленинграде. Дело в том, что Седых не могла оставить Большой театр, а у мужа в культурной столице были больная мать и сестра. Сама актриса не раз рассказывала, что ее супруг был совершенно беспомощным в бытовом плане. И, по словам Натальи, не мог даже чайник на плиту поставить. А потом мужчина и вовсе увлекся другой. Седых как-то приехала к супругу без предупреждения. Мало того, что она обнаружила в квартире любовницу, так еще и поняла, что эту женщину и ее любимого связывают давние отношения. Лебедев оправдывался, просил прощения, но актриса была непреклонна. Она тяжело перенесла предательство. Ее спасли работа и сын. В Большом театре Седых проработала до 1989 года. И почти сразу получила предложение от драматического театра у Никитских ворот. Там Наталья играла с 1990 по 2006 год. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.